Дяньхун Било Тэцзы, урожая осень 2023 года. Я очень долго искал его в Китае. Сейчас почему-то этот сорт там не популярен. Хотя это мой любимый вид скрутки Дяньхуна, именно скрутка в улитке. Он потому что так и перевозится удобно, и хранится удобно. И что самое главное, у него очень кайфовый вкус. Он постепенно раскрывает свои нотки. Он отличается от других видов скрутки. И конкретно этот, он еще, как видно вот по сырью, особенно в разваре, легкой ферментации. И в нем достаточно много почек, что опять же видно по его золотистости. Поэтому он такой очень мягкий, медовый, хлебный. И сначала там такие легкие нотки, сладкие, вот именно больше хлебные. Потом постепенно, по мере раскрытия, там становится больше пряных оттенков. Сначала у него золотистый настой, потом он уже более в красный уходит. Очень интересный чаек. Он так маслянистый достаточно, он мягко тонизирует, плавно подходит по состоянию и дает такую включенность, тепло, позитивное настроение, но при этом не создает какую-то суету и перевозбужденность. И очень хорошо держит пролив, и даже на крепкой заварке не уходит в горечь.